еще 2 года назад врачи выписали 2 года и 1 месяц уже, как я в выписанном состоянии. Но суды не пропускают областные. Тогда я осознал уже, уже частично, уже в больнице, я в Ташкенте полностью уже прошлый. Там рождался план Заполярье уже, когда я отбыл там где-то, пробыл 1-1.5-2 года, уже такой вот мысли такие начали, что надо с этим злом бороться, это как болячка общества. То есть все ваши враги женщины? Оздоровлять общество нужно было с этого, так мне казалось. Там высокая радиация и так далее, тяжелая работа. Тогда я не жалел себя. И, очевидно, вот там и началось. А я, когда приехал, я думал, это все правильно. У меня такое было, что я вот борюсь с матриархатом, что благо я ратный подвиг совершаю. Потому что, видите, с другой стороны, я там всего навидался, вот этого. Вот то, что, знаете, негативность. Вроде они, как бы, ячейка общества, семья. И вроде с них надо было сперва, с них как я не знаю, объяснить. То есть оздоровлять общество нужно было с этого, так мне казалось. В основном на территории Киргизии я был. Я собирал мумиё, лекарственные растения, менял их на продукты с местными жителями. 2 года я был в бегах, потом в Фергане был задержан за кражу. Но я инсценировал кражу, чтобы вернуться в Ташкент, потому что здесь в горах невозможно было. Поиски шли на поражение, применялась авиация и все наземные службы. Знали, ищут, да, такого-то. А я представлялся как сборщик трав и вот и как мумиё ищу. Таким вот. Ну, некоторые догадывались, конечно, сообщали, но после того, как я уходил.